самолет, чтобы такие имели надежный перелет, продумали до тонкости возможные ходы и для конспиративности набрали в рот воды, купили в детском мире двуствольный пистолет, две бомбы зарядили и спрятали в жилет, сварили по цыпленку, махнули два мостов, и мирно сели в лайнер Москва-Владивосток. Полети, полети, полети. Наконец-то мы вскоре к своим. Ты да я, как один херувим. Полетим, полетим, полетим. На высоте 7000, когда олел рассвет, воздушные пираты проникли в туалет, три раза справив надобность и подтянув бандаж, решительно и смело пошли на абордаж. А вошли в кабину летчика и крикнул близ себя: «Меняйте курс медленно в еврейские края!» Один с испуга стрельнул, другой, что было сил, со страхом вместо бомбы цыпленком погрозил. Так полетим, полетим, полетим. А наконец-то мы вскоре к своим. Ты да я, как один херувим. Полетим, полетим, полетим. Но летчик был не трусом, он руки им скрутил и в мамлоке востоке свой лайнер посадил. Двум мощным штатским лицам у трапа он сказал: хотели два аида перемахнуть в Израиль. Тут море возмутился, он был уже не пьян. Пардон, какой Израиль, когда Пирамиджан? Мы ж ясно вам сказали, еврейские края, это оттуда самогон не вырвали. Зачем же уже делать? И тут-то дурака, ну а пока нам выясняют, кто прав, кто виноват. Воздушные пираты под стражей сидят, сидят и выясняют, и где кто маху дал, и как же получился такой большой скандал. Ну вот наказан летчик Никита Куличан за то, что за Израилем забыл Мирамиджан. А бедные евреи опять верны себе, все туже песен звонкую поют на Колыме, где север и тайга вокруг. Последний раз усвёмся, ребята. Эх, полетим, полетим, полетим. Вскоре своим. Ты да я, как один херувим. Полетим, полетим, полетим. Полетим, полетим, полетим. Наконец-то мы вскоре к своим.